Чудо в столице. В Москву привезли копию Туринской плащаницы. Реликвия пробудет в российской столице всего 3 дня. Вероятно, большие очереди. В России ажиотаж вокруг христианских реликвий уже стал традицией. Эта святыня – одна из самых почитаемых в христианском мире. Ученые считают, что артефакт окутан массой загадок. Оригинальная плащаница хранится в итальянском Турине. К святыням, что уже привозили в российскую столицу, выстраивались огромные очереди. Туринская плащаница пробудет в Москве до 7 сентября. Редактор